8 сентября отмечается Международный день грамотности. Праздник утвержден ЮНЕСКО в 1966 году с целью напомнить миру о важности грамотности. Каждый год имеет свою тему. В 2020 году праздник посвящен преподаванию и обучению в условиях пандемии. В честь Дня грамотности в школе номер 45 прошли классные часы. Ученики 2 класса сыграли викторину и выступили со стихотворениями. Сегодня грамотность – залог успеха, коль ты такой серьезный человек. Поверь, и вовсе будет не до смеха. Напишешь, если вместо снега – снег. Ученики 5 класса подготовили доклады и рассказали о прочитанных за лето книгах. Учителя же поведали детям о том, почему важно быть грамотным. Наш век, современное время наше, грамотным просто быть модно, потому что без грамотности никуда. И очень отрадно, что в наше время это не просто уметь читать и писать, это быть грамотным в ногу с временем, потому что время требует этого. Грамотный человек – это значит очень хорошая речь. Грамотный человек – он интересный собеседник, и каждому хочется таким быть. Поэтому дети стараются много читать. По данным ЮНЕСКО, 750 миллионов взрослых на планете не умеют читать. Более 250 миллионов детей не имеют возможности пойти в школу. Поэтому важно обращать внимание на такую проблему, как безграмотность.